Музыканты, художники, хореографы, писатели, руководители школ искусств и ансамблей. В зале городского театра целая плеяда талантов Анапы. С полным аншлагом представители вдохновенной и творческой профессии отмечают профессиональный праздник. Культура Анапы, она настолько многогранна, настолько широка, глубока, настолько разнообразна. Самое главное, настолько духовно сильна, патриотически, идеологически воспитанная высока, что вот тот уровень, который она сегодня задает, является примером. Главную задачу вы умеете сегодня нести – культурно воспитывать, воспитывать культуру, сохранять традиции, вкладывать и воспитывать наше с вами подрастающее поколение. Для большинства сидящих в концертном зале быть деятелем культуры не просто профессия, а призвание. На ежедневной основе они служат процветанию Анапы. В торжественной обстановке работникам культуры вручили почетные грамоты и благодарности Министерства культуры Кубани, мэра курорта и Совета депутатов. Я хочу в этот день пожелать вам неиссякаемой энергии, творческих побед, счастья в профессии и счастья в жизни, и мирного неба над нашим Отечеством, над нашим великим государством Россия, границы, незримые которого защищаете именно вы, как единый фронт, культурный фронт нашей страны. Низкий вам поклон и с праздником, с Днем работников культуры. Завершился праздничный концерт выступлением лучших творческих коллективов. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.